Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области пресечена деятельность группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере недвижимости. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны мужчина и женщина, прибывшие несколько лет назад в Калининград из среднеазиатского государства. Полицейские установили, что злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Заранее подыскивали одиноких граждан, в собственности которых имелось жилплощадь. Затем путем обмана и злоупотребления доверия переоформляли их квартиры на соучастников, заключая договоры дарения. В частности, таким образом они приобрели право собственности на двухкомнатную квартиру калининградца стоимостью 4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые были задержаны оперативниками при участии Росгвардии. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигурантов. Предварительное расследование продолжается.